И еще о криминальных происшествиях. Бердские полицейские раскрыли грабеж, совершенный 2 недели назад в новогоднюю ночь. Днем 16 января в дежурную часть отдела МВД обратился житель Бердска, который сообщил о том, что в новогоднюю ночь в подъезде жилого дома по адресу Красная Сибирь, 102, на него напал грабитель. Он отобрал у него сотовый телефон и золотую цепочку. Почему мужчина не сообщил о совершенных в отношении него противоправных действиях раньше, остается загадкой. Тем не менее, спустя 2 недели после преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД по городу Бердску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 33-летнего жителя нашего города. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабеж». Как оказалось, это не первый криминальный эпизод в жизни задержанного. Ранее бердчанин уже 4 раза привлекался к уголовной ответственности за кражи, хищение оружия и изнасилование. Вероятно, что продолжить свой криминальный путь ему не удастся в ближайшее время. Несколько лет он рискует провести в местах лишения свободы.